Друзья, если вы уже начали собирать монеты, электронные весы вам просто необходимы. Эти весы мне обошлись в 259 рублей и доставка 17 дней. Весам нужно докупать 2 мини-пальчика батарейки. Весы пришли в вот такой коробке. Диапазон взвешивания от 0,1 грамма до 1000 грамм. Прилагается вот такая инструкция на английском, которая совсем не практичная. Весы должны лежать на ровной поверхности, так как при наклоне изменяется показатель. Весы очень легко поместятся в вашем кармане. Они уже откалиброваны. Проверим. 2,5 грамма, 1 в 1 по каталогу. Вот современная монета. Тоже точный вес. Наш приборчик имеет 5 кнопок. Основная — это включение и выключение, а также подсветка. Далее кнопка TAR. Это для взвешивания сыпучих грузов в таре. Выставляем весы, обнуляем этой кнопкой и кладем монетку, к примеру. Весы наши показывают вес без учета тары. Далее кнопка Units. Это единица измерения. Грамм, ТЛ, тайль. Чисто китайские единицы измерения. Кстати, многие не знают, а я знаю. Унция, карат, гран. Ну и последняя кнопка Pieces. Для подсчета количества. Например, мы кладем 25 монет одного веса, нажимаем удерживая, а теперь кнопкой Units выбираем значение 25 штук, хотя есть еще здесь 50, 75 и 100. Убираем часть, вот показывает сколько осталось, или докладываем одну, уже 26 монет. Видите, все просто. Ставьте лайки, ссылка в описании.